В Мексике морские пехотинцы задержали предполагаемого лидера крупнейшего наркокартеля «Лос-Сетос». 43-летний гражданин США и Мексики Хосе Мария Гисар Валенсия, известный по прозвищу Z-43, считается ответственным за ввоз запрещенных веществ в США и вооруженные нападения. Американские власти предлагали вознаграждение в 5 миллионов долларов за его поимку. Предыдущий глава картеля «Лос-Сетос» был убит в перестрелке с морскими пехотинцами в 2012 году.